Сначала это закрашивать. Еще. Вот я еще параллельно закрашу нормально. Так, короче, буква готова. Предлагаю сделать сокращение. Потом это, например, ПГН. Что-то типа такого. А здесь сделать какие-нибудь маленькие буквы. О, да, будет нормально. Если у меня, то есть у все гласные, делать вот такие маленькие, то будет прикольно справиться. Так. Вот, чтобы я закрашу. Это будет буква дальше. Так, вот я уже две буквы сделал. Блин, если вот этот... А, ладно, это будет как-то. Так, ну... Давайте сделаем Г. И вот, тоже чуть-чуть. Чтобы это... Можно было... Давайте этот комплекс сделаем. Так, вот. Ого, готово, теперь мы делаем с буквами. Лично, потому что я приду сюда. Так, я еще решил сделать, что я буду тут в квадратиках делать. А, и еще я адресовал я, потому что у меня есть телефон, я его это пока заряжал. Так, короче, я сделаю. Только выйдем. Вот так. Ничего, нет, разобрал. Нет, не делать много. Так, дальше. Блин, у меня стерлось это. Я это, оказывается, стирал. Так, дальше стираем вот эту линию в начале. Ее можно, и здесь она нам уже не нужна. Ну, потому что вот, уже написали. Теперь где-то секунду.
это... Да, теперь стираем вот этот весь карандаш. Ой, вот здесь тоже можно быть вот. Вот, скорее бы... Буквально закрашиваю. В принципе, да, я закрашиваю. Короче, где-то я решил делать про скетчинг, потому что, ну, этого нигде не было. Все думают, что я, типа, я как это, как человек рисует, так он и скетчинг. Ну, да, я рисую, не согласен, я согласен, очень профессионально, но, я не знаю, у меня вот до этого уровень был в 10 раз хуже. Я решил поэтому это, его поднять и стал чаще рисовать работу. Раньше я рисовала раз в месяц, два, но я теперь каждый выходные рисую. Ну, блин, ну, на одном месте это уже стало скучно мне. Вот, рисовать на одном месте, ну, да, согласитесь. Поэтому я теперь еще решил в разных местах рисовать. Не в одном месте делать, как я делала раньше. Сначала в одном, потом в другом, все время, потом в третьем. И так у меня уже 5 мест. Знаешь, мы сидим на разных стенах все время. Так, вот, я уже закрашиваю букву «Я». Так, вот. Все, теперь можно, в принципе, сделать уже эту тень. Например, вот этот, да, вот этот типа синий, ощущение синего. Самая рандомная тень будет такая, как на работе. Ну, что еще вагерно нельзя нормально. Ну, хотя, может, в принципе, тень немножко поменять. Да, вот так, потому что я это положу, чуть-чуть загнули букву, и еще вот здесь вытянулся, все было нормально, я загнул, и теперь, да, можно тень делать. Так, здесь просто тень сделаю, как обычно, просто линии, потом сразу не буду вылезать. Здесь можно уже, как две, делать. Это я тень просто так, с головы высосал, грубо говоря. Ну, она не супер тяжелая, ну, там не просто тень, я решил сделать, я тебе вот так больше. Так, дальше, делаем вот. Ну, я тень, будет самое интересное сейчас. Во-первых, я вот сделал, много людей. Во-вторых, я сейчас не я делаю. Надо вот так сделать, то есть, посмотрите, я не сделал. Поэтому тут так, а тут уже вот так, то есть, буквой я напрягаю, и тень тут две, и тень тоже, да. Вот здесь вот сделаю. И вот так. Короче, так, если можно контурить, то мне тут что-то взять для этого. Например, ну, я не знаю, давайте закрутим вот. Пишу, наверное, сейчас. Ну, где вот это? А давайте вообще это сделаем. Так, теперь. Блин, я буду не сгрить, потому что я, ну, допустим, потому что я это получил. Я ручаюсь, а потом, ну. Я буду, конечно, тебе. Ну, иногда пытаюсь, потому что я работаю. Так, и давайте сейчас я, вот, короче, я сейчас, смотрите, я, у меня просто садится телефон опять, это просто записываю, не спятница, это долго. И, короче, я сейчас, давайте, я дорисую когда это, я сфоткаю, окей, просто садится телефон, я сфоткаю и смонтирую, давайте, до новых видосов. My God, pretty like a girl, any guy. Fight stories to tell. See both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. To my left, so cool water. Hit it like I'm Wonderworld. Hide my tattoos in Shibuya. Police in your mother underworld.